Всем привет, с вами я, Шана и мама. Приветики. И сегодня мы будем делать себя. У меня здесь есть семья. Ну, мы будем делать себя. Кого сначала делаем? Ну, конечно же, тебе. Меня? Да. Ну, давай. Так, это как размер взрослый. Так, теперь мы заходим вот сюда. И распущенные волосы. Все, и мы добавляем такие вот распущенные волосы. В принципе, как у мамы. Теперь... Делаем ее блондинкой. Да, вот такие. Вот так вот. Угу, пойдет. Дальше глазки. Глазки черные. С ресницами мне надо. Вот. Реснички. Так, носик не такой огромнейший, вот такой маленький. У всех я вообще персонажи делаю такие. Так, и вот так. И бровки еще мне надо черненькие сделать. Угу. Пойдут такие бровки? Да, пойдут, только черные. Так. Ну, или темно-коричневые. Ну, такой, я всегда так делаю. Угу. Вот такой вот цвет я всегда делаю. Нормальный. Так. Дальше. Пойдет личико? Какой тебе нравится? Вот нравится, ну, пусть тебе будет. Такое? Ну да, неплохо. Все, теперь мы выбираем мамочки вот такие вот щечки. Щечки. Мы их потом сделаем розовыми. Чтобы было красиво. Какие тебе нравятся? Ну, даже не знаю, наверное, такие, какие там еще есть. Такие, может быть? Нет. Нет. Те, мне кажется, самые лучшие. Ну, такие лучшие. Неплохие. Давай такие. Да все равно. Хорошо, тогда будут такие. Главное цвет им поменять. Угу. Такой подходит? Нет. Какой? Какой-то неестественный. А такой? Так лучше, да. Все, теперь выбираем мамочке одежду. Ну, маме надо платье. Я в штанах не хожу, хожу в платьях. Платье. Такое может быть? Нет. Какое-нибудь такое? Современное платье. Нет, это Маруся какая-то. Это? Это какая-то тоже странная женщина. Вот это вот. Вот это? Угу. Давай. Угу, неплохо, да. А какой-нибудь ободочек или что-то такое будем на голову прять? Я думаю, нет. Давай хотя бы посмотрим. Здесь вот такое вот. Такое вот. Еще вот такая. Я думаю, нет. Так. Давай не будем. Ну... Хорошо. Убираем что-то на лицо. Очки. Есть. Очки я не ношу. Ну, только да. Разве что темные какие-то. Скафандр мне надо, конечно. Одежду ананаса. А можно вот это, а потом я сниму? Я потом сниму, это для маленькой девочки в моем доме. Да, хорошо. Все, а потом я сниму, и ты будешь такой. Отлично, другой. Мама акула. Просто нет у них такого костюмчика. Так, теперь делаем Жанну. А какого я буду размера? Такого? Средненького. Это же совсем ляля. Ты же не ляля. Нет, это самый хороший. Нет, пусть будет ляля. Да ладно. Так, вот это. Я люблю вот это, ну. Но... Ляля негритёнок. Такой она. Такая. Такая. Это слишком загорелая, ты у нас не такая загорелая. Мне так нравится просто. Так, теперь, Жанна, какое будем делать ей прическу? Ну, тоже длинные волосы с челкой. Ищи какие-то. Нет, я хочу один хвостик. Вот один хвостик. Угу.
Ну, хорошо. Так, теперь брюнетка. Мне кажется, это подходит. Ты не брюнетка? Давай представим. Посветлее надо сделать. Да, давай признаем, что эти вот прятки не розовые. Просто их нельзя делать розовыми. Не розовые. Боже мой. Не, ладно, пусть будет это. Самое нормальное. Вот это мой любимый носик. Самый красивый. Так, бровки и так хорошие. И такого же цвета. Давай. Давай так. Да. Это точно. Теперь тебе нужна одежда ляльки? Это очень-очень-очень, чтобы сделать, чтобы это не видно было. Вот так. Ну, немножечко видно, но ничего страшного. Веснушки. Да. Ну, у меня их нету. Ну, пусть будет. Мне нравится такой костюмчик. Ну, окей, пускай будет такой. Я потом там возьму и приодену девочку в одном доме, где еще. Сейчас я еще какую-то шапочку себе тоже выберу. Пусть будет какой-то ободочек. Заколочку можно. Есть такая заколочка. Пусть будет это. Плохо. Я рыба, я рыба, я рыба. Я банан, я банан, я банан. Это как будто реально бананчик. 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 С такой маленькой массой прикольной. Так. Кто здесь есть? Окей. Я тоже шапочкой. Так, выходим. И зачем ты одела эту шапку? Ну, я потом тоже ее сниму. А теперь отправляемся в тот дом. Я потом оставлю там для девочек. И потом мы пойдем гулять с тобой. Так, мы поехали здесь. Ох, так. Какие красоточки. Раздеваем красоточек. Мальчик. Марусина шапка. Ну все, теперь можно и заходить. Ты меня взяла на ручки. Что, инвалидная коляска? Жанка, так, не прикалывайся. Чем делать дальше будем, куда пойдем? Так, сейчас я здесь мышку соберу. Вот эту. Мне она нужна. И пойдем в тот дом. И примерим для девочек. Ну, и еще переоденем меня. Другую одежду. Я уже знаю, в какую. Она очень красивая. Тебе понравится. Угу. У них здесь ночь. Вот, ничего страшного. Это кто такие? Мы к кому-то в гости пришли? Нет, это просто одна семья. Тебя... Да я поняла. Семья спит, а мы такие ночью пришли. Так. Главное, чтобы не проснулись. Так. Вот у них рука. Здравствуйте! А вы кто? До свидания! Мы спать! Все, дальше спать. Сейчас мы оденем наших гостей и дальше будем спать. Фу, какая ужасная шапка! Я не хочу такую носить. Это даже не шапка, это какой-то платок. Лялька проснулась. Куда шапку ты положила? Давай ее на Лялю оденем. Я и хочу. Что, на Лялю не одевается шапка? Во, вот ей подходит. Класс. Вторая. Как будто у Ляли болят уши. Супер. Ля-ля-акула. Тех здесь, все шапочки, вот здесь.
О, сейчас будет прекрасная семейка. Ну, не настоящая семейка. Эту мы переодеваем в акулу. Эту в банан. Все, акула и банан лучшие друзья. Родители утром проснутся и сойдут с ума. Да не, не сойдут, это просто костюмчики. Чтобы малышам было не холодно. Теперь слаживаем все. Так, и Жанна пошла. Кое-куда. Так, вот сюда она пошла. Сидите, что шкаф открыт, у них всегда шкаф открыт. Так. Блин. Так, ну короче, вот так вот берем. Причем она Берем. пришла мерить чужую одежду, да? Так понимаю. Нет, она просто одолжит. Ну, конечно, так всегда и делается. Вот сюда, сюда и вот сюда. Все. Все, у нее новый костюмчик. Ей идет. Ну да, Жанне Надо идет. еще покататься на динозавре. Все, я Жанне сейчас дам морковку, и там надо шкаф закрыть. Полетели, полетели. А им надо мышку оставить. Все. Теперь можем идти гулять. Так, достаем Жанну. И куда это мы пришли? В парк. Меня еще надо достать. И маму. Достаем. Так. И ты уже вот не такая маленькая, сама ходи. Это что, собака красная, что ли, или игрушка? Я не знаю. А на нее можно сесть? Ты всем на руки прыгаешь. Нельзя, короче, на нее сесть. Какая-то непонятная собака. Женщина, отпустите моего ребенка. Что происходит? Давай я тебе мороженое куплю. Я себе. Ну и себе. Ты какой будешь? Я буду шоколадное с вот этой вот трубочкой. А кто там у нас? Ну, мороженщик. Дайте нам, пожалуйста, шоколадное с вот этой трубочкой. Хорошо. Так, сейчас я вам... Мороженое не достается у нас, блин. Все, мороженое достал, все хорошо. И теперь вот такую вот трубочку, да? Ух ты, красотища. Ура! А тебе какое? А мне ванильное. А с чем? А с чем? Ну что там у нас? Ягодка какая-то? С ягодкой, наверное. Ну хорошо. Так, ванили. Ой, а у меня рожки закончились. Ну, А, вон еще есть один. вот они вот здесь. Подержите мое мороженое. Вот, да блин. Да блин, что это такое? Тетенька, съесть, пожалуйста. Боже мой, здесь все в желательстве. Ты достань оттуда, где лежит мороженое. Сюда ты уже, видимо, не достанешь. Нам досталось. Все вот так. И ягодка еще красная. И ягодка. Все туда попадает. Тетенька, держите свое мороженое. И еще вот сюда. Вишенку сами смажете. Ура, у меня сделалось мороженое. Все, давай есть. Да, только Тут красная собака нам мешает. еще пойдем На лавочку, да, можно? да, на лавочку. Я буду стоять.
Вкуснота. Что-то я не могу съесть мороженое никак. Все. Все, и пойдем быстренько погуляем еще. Пойдем дальше возьми, гулять. Возьми. Давай на ручки ко мне. Так, вот это удобнее. Все, пойдем гулять дальше. Пойдем, интересно, пойдем, там пойдем, что, пойдем, что пойдем, там еще пойдем. Есть. О, тут пикник у кого-то. Класс. Так, пойдем в речку искупаемся. Вон там круг есть. Давай тебя в круг в маленький, а мне в большой. Ну, я хочу в круг. Что происходит? Держи черепаху. Она живая, ты чё? Или не живая? Зачем мне черепаха? Все, поплыли. Давай купаться. А здесь что? Вот там мячик есть. Там крампет. О, все, это тебе подарочек. Кушай. Он не хочет. Почему он не хочет? Это же игрушечная морковь. Или настоящая? Не настоящая, походу. Ну, меня все. Обманули! Ты куда убежала? Хи-хи-хи, я иди буду есть вот это. Грибок. Накупалась? Тогда, значит, пойдем на берег. Смотрю. Вытаскивай меня на берег. Лягушка. Будем знакомиться с вот этими вот чуваками. Ну, пойдем на бревнышке сидеть, сушиться. Смотри, как классно. Ух ты, маршмеллоу. И Жанну надо на бревнышко. А Жанна опять на руки садится. Нет, это не на руки. Я просто очень близко к тебе. Сосиска. Да почему ты берешь сосиску? Мама, помоги. Ой, а, крампет съел. Да. Мама, помоги. Как я тебе помогу? Отпусти меня. Ну ты сама всем на руки прыгаешь, а потом помоги тебе. Мама, помоги! Жанка, не балуйся. Все, пойдем на бревнышко, будем греться, а то мы мокрые все. Ну и на этом мы будем прощаться. В следующий раз дальше погуляем, да? Да, и сделаем нам дом. Точно, а то мы по соседям ходим, вещи собираем. Ага. Все, всем пока. Да, пока, мои цветочки. Мои зефирки. Всем пока-пока. Пока.